Слушай, ты меня прости, я тут прибираюсь в сундуках, поэтому если ты не хочешь смотреть, как я копаюсь, как говорится, просто-напросто в своем скарбе, то отключайся. Собственно говоря, подожди. Может, сначала не отключайся. Знаешь что? Я все-таки хочу сделать мировое мероприятие. Подожди, что я хочу сделать? А я хочу сделать еще один нафиг сундук. Стопочки, подожди. Куда бы мне его поставить-то? Вот сюда, что ли, дальше его поставить? Тут у меня уже некрасиво все. Какие-то камни разнородные. Ладно, так. Так, и вот... Опенька. Так, из вот из этих двух булыжников мы вот так ставим. Так, что у меня тут еще-то есть? Ага. Вот, давай земелькой. Земелькой мы тогда все-таки здесь подсыпем вот так. Ну, чтобы к сундукам подходить. Ну, тут я думаю, что я не особо сильно навернусь. Давай вот так достроим, чтобы не навернуться все-таки. Блин, однако же ладно, так оно все-таки и получается, что парадная лестница у меня тут не выходит. Потому что я все-таки сделаю себе еще и бортик, чтобы все-таки не упасть. Потому что падение тут крайне нежелательно. Вот, отсюда как бы я такой бортик сделаю. Вот, а сюда я сейчас сделаю, значит, буду крафтить усиленным образом два сундука. Как у нас крафтится сундук? Ну, так делаем, забираем досочки. Теперь я научился их вот так вот оптом забирать. И делаем... Подожди, а как верстак-то делается, твою-то матушку? Я уж опять забыл. А, верстак-то делается это... Верстак-то делается не на верстаке же. Верстак делается очень просто. Вот таким образом. А нам же не верстак нужен. Что я делаю-то? Ой, да блин, твою-то мать. Ладно, пусть будет запасной верстак. У меня вся путаница в голове. Мне же надо не верстак, а сундук. Ёлы-палы. Сундук-то вот так делается. Соответственно, просто такой круг. Один сундук. И еще тогда. 8 досок. Мы заберем. И делаем еще один сундук. Чтобы у нас сразу стоял двойной сундук. И... Здесь у нас будут храниться, здесь рядом с домом, только камни. В трех сундуках. Будет хоть какой-то порядок. Вот, видишь, у меня два сундука уже есть. Давай еще третий. Да, я хозяйственный. Так. Вот, три сундука. Теперь в этот сундук мы складываем вот эти диориты. Видишь, у меня их сколько? Еще диорит. Это тоже диорит. Раз, два, три. Ну, это так вот по 64, чтобы было ровненько. Я очень большой любитель всяческой симметрии. Так, и это диорит. Сдаиваем сюда. И так, это булыжник не надо. Гравий. Андезит. Андезит. Ну, давай андезит. Андезит сюда тоже, чтобы было 64. Андезит сюда, будет у нас линейка андезита. Это у нас будет гравий, ладно. Гравий так. Булыжник оставляем. Андезит опять. Шик. Так, железную руду мы уносим на ферму. Так, песок, песок, песок. Песок, наверное, тоже уносим на ферму. Пригодится. Песок тоже уносим на ферму. Так, и этот гравий, да, гравий оставляем. Ну что, все. Так, земля. Подожди, железную руду уносим. А верстак я могу хранить в сундуке? Нет, ладно, тоже унесем. Все, хорошо. Ой, здесь смотрим. А, так, хорошо. Так, землю сюда. Здесь у нас склад земли. И теперь, смотри, лестница... Забор, вот это всю мелочь, яйцо.
вот эти все травки мы все сейчас отнесем с тобой в тот сундук. И в том числе слитки тоже. Песчаник обязательно тоже. Белая шерсть тоже. Вот эти все конфетюлечки. Кусок мяса, это я напоминаю, я замочил овцу. Дерево, дерево. Ну, дерево давай ставим здесь. Это дубовое бревно. Бревно тропическое. Бревно тропическое. Так, чтобы было тоже по 64. Бревно тропическое. И угли, да? Доски. Доски. Доски забираем. Земля. Ну ладно, эту землю тоже оставим. Может еще пригодится. Так, какой-то чернильный мешок. Так, ну и угольки тогда. Давай тогда здесь будет у нас хорошо. Давай тогда у нас будет здесь... Так, уголь. И это уголь. Значит, у нас здесь просто будет уголь. А бревна и земля. Уголь, бревна и земля. Итак, все.